И какие выводы? Хотите, чтобы я сказала, что вы правы, и за него не стоит биться? Джеймс Барр должен умереть. Может и так. Я имел в виду выводы по поводу жертв. Пятеро ни в чем не повинных людей были хладнокровно убиты. Простите, вы не могли бы надеть рубашку? Вот моя рубашка. Вы потеряли свой чемодан? У меня его нет. А о чем я говорила? Пять неповинных людей. Случайно попали под пули. Сколько человек умирает в нашей стране ежегодно? 2,5 миллиона. Выходит, каждый день примерно 7 тысяч американцев просыпаются в последний раз. В прошлую пятницу пятеро из них собрались вместе в одной точке и умерли. Это случайность? Как еще это назвать? Возьмите Дэрона и Нэнси. Скорее всего, у них был роман. С чего вы взяли? По дороге на работу жене розы не покупают. Скорее уж, по дороге домой. И о том, что часы появятся в выписке по кредитке, не беспокоятся за 2 дня до годовщины свадьбы. Если только это не тайный подарок кому-то. Поэтому она продолжала идти, когда все остальные уже побежали. Это невозможно доказать. Ничего сложного. Звонки по сотовому, имейлы. Было бы желание что-то найти. К чему вы все это ведете? 2 жертвы оказались на этом месте совсем не случайно. Мне нужен список всех знакомых Барра. У него не было знакомых. Классический одиночка. Ни с кем не общался. Даже с соседями не разговаривал. Тихий человек. Никого никогда не беспокоил. Да, точно. Есть выписка по его кредитке? Я достану. Зачем? Нужен список всех мест, где он бывал. Бары, боулинги, стрип-клубы. Стрельбища. Любые места, где его могли запомнить. Ну что мы ищем? Нужно поспать. Вам тоже. Вы серьезно думаете, что я... Заезжайте за мной в 7 утра. Да, непременно.